вами снова КБ Загородная. Сегодня у нас маленькое видео по авторемонту. Значит, загорелся у меня Джеки Чан, Check Engine. Произвел я диагностику нашим всем любимым 327 ELM. Ошибка P0403. Это либо короткое замыкание, либо обрыв в цепи клапана EGR. Вот. Давайте его снимем, проверим, а заодно посмотрим его состояние. Машина прошла 180 тысяч километров, даже больше. Вот, посмотрим на состояние системы. Я двигатель не кручу, меня все уверяли, что я забью мотор сажей, вот, что все там зарастет. Давайте поглядим, стоит ли его купировать, все-таки стоит менять манеру езды. Так, значит, под капотом, это L200 2014 года, под капотом он расположен вот здесь, это вот клапан. Как правило, вам будет снимать еще проще, потому что у меня стоит дополнительно предпусковой подогреватель, вот, он мне будет мешать. Здесь 4 болта и разъем, после чего он снимается. Вот. В принципе, никаких проблем со съемом нету. То есть даже не надо отключать батарею. Просто выключите зажигание. Давайте начнем. Так, ну, собственно, мне стало лень туда разбирать, лезть, потому что очень неудобно болты крутить. Денег старый, толстый, руки здоровые. Мы сделаем чуть-чуть по-другому. То есть, вот этот шток, если бы он был засранный и не ходил бы здесь, он бы залипал. Как бы показать, что он не липнет. Так. Он свободно движется во все стороны, без проблем, туда-сюда. Давайте заберемся, поглядим. Я, наверное, 1100 не открывал дроссель. Так. Троица в дросселе. Ну, вот заглядываем. Ну, по мне, для движка с пробегом 200, так даже и неплохо. Туда свет занести. Должно быть видно лучше, чем мне сейчас, потому что я не вижу ничего, кроме камеры и света. В общем, собрал я вот такую схему. Это Питалово. Это переменка от 0 до 5 вольт. Вот эту ручку сейчас будем регулировать. И, соответственно, на тестере будем смотреть.
Так. Ну, в общем, привод работает, выходное напряжение показывает, которое на тут самое все равно 0,7 вольта. Говорит о неисправности клапана, необходимости его замены.